Очень часто во время приемов мне приходится выслушивать от женщин такие слова, что я обижаюсь на свою маму, потому что она меня недолюбила, она мне не додала. Либо наоборот, женщины говорят, что сколько можно меня любить? Она душит меня своей любовью, она не дает мне возможности вздохнуть свободно, она не дает мне возможности почувствовать меня взрослой. Ну сколько же я могу так с мамой мириться? И в конце концов возникает ситуация, и там, где не додали, и там, где додали, но много, женщина обижается на свою маму, обижается и не понимает, почему у нее не складывается ее личная женская судьба? Почему мир не дает ей внимания? Почему мир не дает ей признания? Почему мир такой неблагодарный? Почему мир такой жестокий и не ценит ее по достоинству все ее таланты? И женщина не задумывается, даже не задумывается о том, что причина кроется там, в детстве, в ее обиде на маму за то, что мама либо недолюбила, либо перелюбила. Но время не вернешь, и ваша мама ничего не сможет сделать по-другому. И тогда, когда вам или передали, или не додали, вы были маленькой девочкой, которая не могла оценить то, что ей дают. И вам давали так, как умели, так, как могли. Так как понимали, и что они умеют проявлять свою любовь. Что теперь делать с этим? Вы уже не маленькие девочки, вы уже взрослая женщина, которая сама, вполне возможно, уже и есть мама. И как теперь поступать с обидой на свою маму? Посмотрите на свою маму как взрослая женщина. Подумайте о том, что ваша мама любила вас так, как умела, так, как могла. И скажите ей спасибо искренне, от чистого сердца. Скажите маме: «Мама, я благодарю тебя за то, что ты дала мне жизнь, за то, что ты дала мне то, что смогла дать. А я уже взрослая, теперь распоряжусь тем, по своему, что получила, по своему усмотрению». И как только вы снимете обиду к своей маме, когда вы не то что простите ее, а поймете, что ваша мама на самом деле любила вас, как умела, вы откроете для себя канал, канал того потока любви, от которого вы защищались, отгораживались своей обидой. Вы откроете себе возможность получать энергию от женщин всего своего рода. От мамы, от бабушки, от прабабушки. Энергия женщин всего рода будет идти к вам мощным потоком. Она будет усиливать вашу успешность. Она будет делать вас счастливее. Она поможет вам раскрыть свое сердечко и любить себя и весь мир. Поэтому скажите спасибо. Вернее, даже не спасибо, а благодарю своей маме. Прямо сейчас. Позвоните ей и скажите, как вы ее любите и как вы благодарны ей за то, что она подарила вам жизнь.